Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу приготовить вместе с вами шаурму. Ну кто, скажите, не любит такую быструю еду? Это будет экспресс-рецепт. На приготовление 6 штук шаурмы у меня ушло всего 20 минут, а удовольствие и наслаждение вкусом у моих домашних было с избытком. Хрустящий лаваш, сочные овощи, ароматное мясо. Это действительно очень и очень вкусно. Что нам потребуется для приготовления шаурмы, вы сейчас видите на экране. В ход пошли все овощи, что нашлись у меня в холодильнике. Вы можете ложить на свой выбор. Полет фантазии здесь только приветствуется. Сразу разрежем листы лаваша пополам. У нас получится 6 порций шаурмы. И также сразу замаринуем лук. Присолим его адыгейской солью и сбрызнем лимонным соком. Ссылочку на рецепт, как сделать самим адыгейскую соль, вы сейчас видите на экране. Теперь смазываем лист лаваша тонким слоем майонеза. И вот так выкладываем на лаваш дорожку из мелко шинкованной свежей капусты. На капусту ложим маринованный лучок. Лучок лучше замариновать, так он намного вкуснее смотрится в шаурме. На лучок выкладываем дорожку из порезанной соломкой отварной грудки. Грудка у меня уже была заранее отварена. Я ее варила с лавровым листиком и присоленной все той же адыгейской солью со специями, чтобы мясо было вкусное, а не пресное. Теперь на мясо ложим дорожку из порезанных соломкой помидор. Ну а на помидоры сверху идут резанные огурчики. Овощи снова чуть-чуть присаливаем и сворачиваем шаурму обычным конвертом. Таким образом заворачиваем всю шаурму. Видите, сколько овощей в нашей шаурме? Также можно сюда положить и резанный соломкой болгарский перец, если вы его любите, или морковь, тертую на корейской терке. И вот здесь небольшой секрет. Если у вас позволяет время, дайте полежать в шаурме хотя бы 10 минут, чтобы овощи начали пускать сок. Она в разы будет сочнее и вкуснее. Ну и прогреваем нашу шаурму на небольшом огне. Я совсем чуть-чуть смазываю сковороду сливочным маслом. Тогда лаваш делается такой золотистый, хрустящий, со сливочным вкусом. Прижариваем лаваш с обеих сторон буквально по полминутки. И вот так вкусненько у нас получилось. Хрустящий лаваш, сочные овощи, ароматное мясо. Это очень и очень вкусно. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, а я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!